Предлагаю приготовить мойву с картошкой. Блюдо простое, но очень вкусное. Отличное разнообразие для сытного обеда или ужина на скорую руку. Из мойвы можно приготовить много разных блюд. Я предлагаю обжарить эту вкусную жирную рыбку и подать ее с гарниром из отварного картофеля. Жареная мойва – это, конечно, бесподобно вкусно. Непременно попробуйте. Рыбу можно предварительно почистить от внутренностей и удалить голову. Но мы не будем с ней долго возиться. После приготовления внутренности за секунду удаляются вместе с головой и хребтом, а вот весь сок и аромат остается внутри. Мойва – 400 грамм. Картофель – 6-8 штук. Масло сливочное – 50 грамм. Мука 3-4 столовые ложек. Лук зеленый, 1 пучок. Растительное масло, 50 мл. Соль, по вкусу. Специи, по вкусу. Количество порций, 3-4. Подготовьте все ингредиенты. Картофель разрежьте на 2-4 части, залейте водой и отварите до готовности. В готовый картофель добавьте соль по вкусу, сливочное масло и аккуратно перемешайте. Пока варится картофель, успеваем обжарить рыбку. Мойву моем, обсушиваем и натираем солью и специями. Специи можете подобрать любые на свой вкус, у меня специальная смесь для рыбы. Обваливаем мойву со всех сторон в муке. На сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем рыбу с двух сторон до золотистого цвета. На тарелку выкладываем жареную мойву, гарнир из картофеля и посыпаем блюдо нарезанным зеленым луком или любой другой зеленью. Мойва с картошкой готова. Подаем к столу и угощаемся. Приятного аппетита!